Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание с членами правительства по вопросу реализации приоритетных нацпроектов. Для нас мероприятие нацпроектов – важнейший инструмент улучшения качества жизни наших граждан как в городах, так и в сельских населенных пунктах, в том числе отдаленных, отметил глава. И речь идет не только о строительстве объектов, хотя их немало, только за 2023 год запланировано строительство, реконструкция и ремонт 160 объектов. Всего же по разным программам в работе более 200 объектов. Помимо строек, в рамках нацпроектов предусмотрено десятки мероприятий, направленных на качественное улучшение положения дел в различных сферах через достижение конкретных индикаторов. Снижение заболеваемости, увеличение рождаемости, продолжительности жизни, улучшение качества образования, здравоохранения, поддержка семей, благоустройство территории и улучшение экологии.